Это глаза э, из храма Алкаса Тибета. Шестиметровые глаза есть. Вот когда изучаешь Аломко, там присутствует всегда чей-то взгляд, сторонний взгляд, наблюдатель есть, третье лицо есть. За каждой картиной не просто история. Здесь и фольклоры, и мифы, и осмысление мира. Каждая работа это, понимаете, глубокое знание, изучение, истоков. Вот. Это не просто вот нарисовал картину. Нарисовать можно красиво, хорошо. А здесь еще знания истории, э, философии, э, эпоса, преданий. Близка художнику и темы необыкновенно хрупкой северной природы, как, например, в триптихе «Крик белого оленя». На скальной росписи рисунок прямо срисовал. Это такой олень есть, как будто это кричит, да? вот это сохраните природы. Чтобы нарисовать диол, жирного жизни, автору нужна была особая фактура. Но еще влажный фон нанес обыкновенный песок. Потому при создании картины потребовалось 10 кистей. Они просто стирались. Гаврилев Кентен выбирает язык знаков, почти графических форм. У него сочетаются мелодичность и экспрессия. Но даже созданная в жанре этносимволизма понятно простому зрителю. У него, вот, допустим, там висит картина нашего народного артиста республики. Герасима Васильева. И сразу видишь, вот душу человека, и артиста, семейнина, охотника и все остальное. И его философский взгляд тоже в этой картине. Кирилл Петрович рассказывает, прошел жесткую академическую школу. И это очень мешало выработать свой стиль. Вспоминает, чтобы овладеть новой техникой, в середине 90-х пришлось три года безвылазно трудиться в мастерской. Тут даже есть у меня двойной портрет есть того периода, да, где я раздваивался иногда. Да. Рука, академический почерк уйдет, да, школа, да, жесткая школа, а мысли у меня другие, хочется, мысль и рука, навыки, но чуть меня не это самое не разделили окончательно. Говорит, стать собой помогли труды Льва Гумилева. Сейчас сам разработал авторскую программу, основанную на сюжетах эпоса. Не только руководит якутским художественным училищем, но и преподает. Ведет активную работу по сохранению национального наследия. Познакомиться с картинами Кирилла Гаврилева Кентен можно в музее Николая Рериха. Выставка продлится до 28 сентября.